В республике к посевной кампании сейчас готовятся около 320 хозяйств. Среди них одно из самых успешных – «Бирюса». Сельхозпредприятие выращивает зерновые, бобовые и масличные культуры, производит крупы, молоко и масло. Во владении фермерства 8500 гектаров, и приступить к работам полеводы готовы в любое время. Машинный парк отремонтирован полностью, около 30 единиц тяжелой техники и примерно столько же прицепной. В данный момент идет подготовка агрегатирования, регулировка, настройка агрегатов предстоящим полевым работам. В первую очередь готовим БМШ, бороны из Г21 для прибивки влаги. А потом культиваторы тоже готовы просто сцепить, настроить, чтобы на парах вот и на всем надо влагу прибить, потому что земля трескается и влага улетучивается. Надежное автохозяйство, по словам аграриев, половина успеха. Механики здесь могут поставить на колеса любую технику, даже американскую. Гордость бирюсинцев – Джон Диры, комбайны и тракторы. Работают они уже 6-й год, и кроме дорогих запчастей, минусов у машины нет. Идут хорошо, они, видишь, чем выгодны. То, что на них можно и валить, и убирать. Волки валить можно этими же жатками. С волков брать другие жатки, отдельные есть. И напрямую этими же жатками. В прошлом году из-за засушливого лета сельхозпредприятия недосчитались десятки тысяч тонн урожая. У «Бирюсы» намолот тоже был небогатый, убытки не понесли, но в нормы уложились с трудом. В этом году решили заранее подготовиться к любым сюрпризам погоды. Уже и закупили проплоченные удобрения и все прочее, чтобы получать урожай нормальный. Надо землю кормить. В отличие от этого хозяйства, другие сельхозпредприятия еще не полностью обеспечены семенами к предстоящей посевной. Поэтому Минсельхоз Республики в ближайшее время определит нуждающимся субсидии на закупку семян. На приобретение репрессионных семян яровой пшеницы идет субсидирование 3000 рублей, ячмень, овес 2000 рублей на 1 тонну. К примеру, если хозяйство закупает тонну яровой пшеницы за 11 тысяч, то 2 государство вернет. Скидки есть и для элитных семян, многолетних трав и овощных культур. Денежная помощь идет сразу из 2 бюджетов – федерального и республики. Поэтому в этом году полеводы Хакасии намерены засеять 227 тысяч гектаров земли. Это на 1500 больше, чем в прошлом. Первыми в поле выйдут аграрии южных районов – Алтайского и Бейского. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.